Сигнал тревоги звучал сегодня в Алматы. В городе прошли масштабные сейсмоучения. Мегаполис расположен в зоне тектонической активности, а значит, жители и гости города все без исключения должны быть готовы эвакуироваться в любой момент. По сигналу сирены на улицу начали строем выбегать ученики вместе с педагогами. Зеленый цвет означает, что никого внутри не осталось. Внимание! Классные руководители, проверить наличие учащихся согласно списку и подать донесение начальнику штаба. Что фиксируете? Все вышли. Все вышли или не вышли? Вот сейчас спасатели побежали по классам смотреть, не остался ли кто в классах. Вместе с ними санитары, и в случае чего они готовы оказать необходимую медицинскую помощь на месте. Мы тоже сейчас бежим за ними. Оставшихся пострадавших? Да, нет, пострадавших нет. Никого, все эвакуированы. После успешной эвакуации детей привезли на учебную площадку. Здесь их ждали спецтехника, службы спасения, химическая защита и палатки. А главным действием стал разбор завала. Восстанавливали после 7-бального землетрясения, обрушило здание. Вот вы видите завалы. Сейчас службы спасения пытаются с помощью спецтехники найти пострадавших и вызволить их из плена. В сейсмоучениях сегодня принимал участие весь город. Ровно в 10 утра по тревожному сигналу, который передавали даже по радиостанциям, здания покинули и отправились в безопасные места жители и гости мегаполиса. Такие учения для Алматы жизненно необходимы. От подготовки каждого, особенно служб спасения, зависит многое. Никто с точностью не может сказать, когда произойдет землетрясение. Ранее ученые уже говорили, что в мегаполисе меньше половины домов устойчивы к сильным толчкам. Остальные либо опасны, либо еще не определены. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.